Всем привет, меня зовут Марина Филатова, это проект «В сетях». Сегодня мы присутствуем на открытии нового ресторана под названием «Five». Алексей, как ваше настроение? Настроение прекрасное, как оно всегда бывает, когда присутствуешь на открытии нового заведения в городе Екатеринбурге. Это не может не радовать. В первую очередь на открытии ресторана гостей ждет, конечно же, вкусное угощение. Это хорошая кухня и вкусная выпивка. Это самое главное, по-моему, на открытии ресторана. Но, безусловно, конечно же, мы сегодня будем фотографироваться, мы сегодня будем дарить подарки, мы сегодня будем устраивать викторину, общаться и наслаждаться этим вечером. Это самое главное. Вы ждете от ресторана Five. Как думаете, получится у него занять определенную нишу? Судя по тому, как настроен и владелец, и управляющий, и шеф, понимаете, во-первых, средиземноморская кухня – это, ну, вечная. Поэтому любители всегда были, есть и будут. Здесь самое главное – держать марку, держать качество и сервис. Ну и помимо всего прочего, будут мероприятия, связанные с вином, будут мероприятия, связанные с гастрономическими мастер-классами и презентациями. Поэтому я уверен, что ресторан ждет будущее ого-го. Знаете, я считаю, что это место, оно легендарное. И здесь однозначно должно было быть уже что-то живое, очень наполненное, очень вкусное и интересное. Поэтому я желаю ресторану Five процветания. Процветания, хороших гостей и, конечно же, классных мероприятий. Да, и работать на 5. Five все-таки. Ну все, идем дальше развлекать толпу. Хорошо, договорились. Это место, оно само по себе волшебное, потому что раньше здесь было Sky Cafe, которое в городе очень многие знали, любили, приходили сюда и очень долго переживали, когда оно закрылось. И эта площадка много лет пустовала. И вот, наконец, нашелся творец, который решил воплотить здесь свои мечты, воплотить здесь свои идеи и создать здесь шикарный ресторан средиземноморской кухни. Основная фишка этого ресторана – это очень доступные цены для людей. Обязательно в будущем этот ресторан ждет множество кулинарных мероприятий. Это будут не только вечеринки, это будут мастер-классы, потому что у нас божественный шеф-повар, который готовит, ну не побоюсь этого слова, как бог, как греческий Аполлон. Все попробовала сама уже, надеюсь. Конечно, да. Все испытано на себе, поэтому гостям мы предлагаем уже только то, что прошло наш очень жесткий отбор. На днях у нас были критики, эксперты, кулинарные обозреватели, которые дали нам отмашку и в полной мере разрешили работать и пускать сюда людей. Алексей, я знаю, что вы человек, который к ресторанному бизнесу не имеет никакого отношения. По крайней мере, до этого момента. Как появилась идея открыть ресторан Five? Случайно. Ну как, такого не бывает. Случайности не случайны. Бывает случайно. Вам не хватает мест в нашем городе хороших, а вы решили открыть для себя то, чего еще нет. Просто появилось это место, и оно стало рестораном. Почему именно средиземноморская кухня? Это ваша инициатива или, ну... Да, моя инициатива. Любите? Люблю Европу и средиземноморскую кухню. А чего ждете от открытия? Чтобы всем было весело и комфортно? Очень прозаически. Я жду от открытия, что ресторан станет чуть известным. Он только открылся, а после открытия чуть больше людей о нем будут знать. Чего желаете своему ресторану? Финансового успеха. Да будет так, как говорится, да ведь? Да, спасибо.